Так, кто-то парень идет на рожон. Вышел с пустой бумажкой. Еще раз спросить, пожалуйста. Молодец! То есть у молодого человека чистый лист бумаги в руках. Ну, шел. Что это у вас за листок? Шел показать. Я вас уведомляю о том, что соответствует постановлению губернатора Новосибирской области номер 72-Б от 18 марта 2020 года любые публичные мероприятия на территории Новосибирской области, в том числе одиночные пикетирования, которые, я так понимаю, вы сейчас совершаете, запрещены. При непрекращении ваших противоправных действий вы будете подвергнуты административному наказанию, предусмотренному статьей 20.6.1. Требую немедленно прекратить ваши противоправные действия. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Все, забрали. Вот такие действия полиции, если человек выходит даже с пустой чистой бумажкой, с чистым листом, без всяких лозунгов.